мы с моим партнером Ждуном пришли снимать видео. Это Ждун. Кстати, сейчас очень хайповая тема. Если вы снимаете видео, обязательно закажите себе такого Ждуна. О чем сегодня пойдет речь? Каждый день я слышу: «Ой, как мне плохо живется! Ой, как все дорого! Ой, дайте мне денег! Сколько у меня проблем!» Вы думаете, кого-то волнуют ваши проблемы? Да никого они не волнуют. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Пока вы ноете, пока вы сидите, чего-то ждете, как вот этот Ждун, он вам никого не напоминает? Это вы, который сидит возле телевизора, пьет пивко, смотрит отрицательные новости, говорит, что богатые наворовали, смотрит различные сериалы и так далее. Пока вы сидите, чего-то ждете, я продолжаю расти. Я недавно приехала из отпуска, вот смотрите, как я загорела. Я создала себе несколько источников пассивного дохода. Я занялась похудением, я занялась криптовалютой. Пока я сплю, мне идут деньги. Пока я снимаю видео сейчас, мне идут деньги. Пока я была в отпуске, мне также шли деньги. Потому что я уже зарабатываю на пассиве. Мне понадобилось ровно 3 года, чтобы получать на пассиве. Если вы ходите на работу и каждый день у вас как день сурка, дом, работа, то вы возвращаетесь, как белка в колесе, в одно и то же место. Нужно расти, нужно обучаться. Я вам советую не сидеть, как этот Ждун, и не ждать, а начинать действовать прямо сейчас. Прямо сейчас вставайте, подумайте, чего вам не хватает, какие цели у вас на ближайший год и вообще на вашу жизнь. Как вы будете жить в старости? Будете ли вы считать копеечки возле кассы? На что вам будет хватать? Либо вы будете ездить по миру и получать на пассиве? Какой вариант вам наиболее интересен? Поэтому хватит быть вот таким ждуном и начинайте действовать. Если вы хотите, как я, получать пассивный доход, ссылочки на проекты, которыми я занимаюсь, будут под этим видео. Переходите, там же есть мои контактные данные, Skype, ВКонтакте, и я с вами свяжусь. Всем удачи!